топовый гардероб. Подписывайся на телеграм-канал «Салон красоты». Ссылка в закрепе. В семье певицы Наташи Королевой продолжаются праздники. Недавно ее мать Людмила Порывай отмечала свое 75-летие, а 19 февраля сыну исполнительницы Архипу исполнилось 19 лет. Одним из первых поздравлений для юноши было от его бабушки. Женщина на своей личной странице в Инстаграм опубликовала архивную фотографию. На снимке Сергей Глушко, отец Архипа, держит на руках в роддоме новорожденного мальчика. Рядом с букетом цветов и без макияжа стоит королева. Посмотреть эту публикацию в Инстаграм — публикация от Лады Порывай, собака-мама, подчеркивание Лада, подчеркивание Стар, 19 февраля, 19 лет тому назад родился мой внук Архип. Вместе с Наташей все 15 часов был рядом Марк Аркадьевич Курцер, врач-гинеколог, я и мой зять. Рожали весело с песнями. Орфография и пунктуация автора сохранены, прим. womanhit.ru, подписала кадр Порывай. Топовый гардероб. Подписывайся на телеграм-канал «Салон красоты». Ссылка в закрепе.